Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Вот не знаю, как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаем все, что все необходимое и по изменению ситуации в республике. Вот я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Как и было, да, в программе заявлено. Как там Макрона видел? Хорошие люди. Хорошие? Да, поддерживают нас. Поддерживают нас, не признают легитимность одного человека. Нашу победу, потому что наше дело правое, скажем так. Это хорошо, да. Но я думаю, что нормально все будет. Вот. Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать? Нет. Нет. Ну, надо как-то жестче быть. Жестче? Я переживаю просто за всех, кто там в тюрьме находится, знаешь, жестче быть, но чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит, будем жестче.